Здорово, пацаны. Приехал на кладбище. Хочу посетить могилу Виталия Николаевича. Давненько не был я у него. Надо бы проведать старика. Где-то здесь он похоронен. Сейчас будем искать. Так, у него ориентир был вот этот высоковольтный столб. Квартал 3, сектор 12. Шел-шел, наткнулся вот на такую канитель. Какие-то палки стоят просто с фамилиями. Я сначала подумал, что это СВО кого-то захоронили, еще не успели поставить кресты и надгробия. Смотрю, все свежее, непонятно ни хрена. А потом смотрю, тут женские есть, как бы имена. Что женщина-то на СВО делать? Вот полгода назад мы приезжали, тут такого не было. Это вот вообще свежак. Хрен его знает, что это такое вообще. Что это тут все совсем заросло? А нет! Виталия Николаевича тут порядок. Здорово, Виталий Николаевич. Дай хоть уберу чуть-чуть тебя. Посрываю. Тут что-то какое-то прижму развели. Ты пока, братан, давай-ка покури. Ты курить у нас любил. Ну а сейчас, Виталий Николаевич, расскажу тебе последние политические новости. Упокоился ты, братишка, когда в Америке правил Трамп. Ну, поправил там Трамп, переизбрали его потом. Стал президентом США Байден. Байден староват для президента, я так считаю. Поэтому он там что-то попрезидентствовал. Мексиканцев там себе что-то понапустили они в Штаты. Ну, народ угровать там начал. В итоге, короче, сейчас у нас такой момент, когда непонятно, кто президент в Соединенных Штатах. Вроде как Байден, а вроде как и переизбрать его должны. А в предвыборной гонке кандидатуру он свою снял. Тут еще инцидент у них один был. Вот в России такого точно не было. А у него, короче, это самое, соперник по предвыборной гонке, опять же, Трамп. И вот когда Трамп выступал, походу киллеры, которых Байден нанял, в него шмальнули из ружья и ухо ему отстрелили. Так вот теперь в Штатах такая тема, Байден старый, а Трамп глухой. И вот непонятно, кто у них теперь править будет. И теперь в Америке беда. Кандидатов нету ни хрена. Байден старый, Трамп глухой, а у нас в России молодой. Байден старый, Трамп глухой, а у нас в России все тот же Владимир Владимирович Путин. Ты ж уважал же Путина, я помню, насколько. Всегда за его здоровье выпивал. Вот такие вот у нас нынче новости в стране. Война идет. Ну, вроде как должна закончиться. Ну а в Орле у нас, Виталий Николаевич, ну как тебе сказать, ну поменялось тоже кое-что. Губернатор сменился. Ты при Потомском шиковал, а сейчас другой. Ну что, Семашку у нас, нашу любимую, облагородили. Сквер возле Пятерочки и Магнита. Сделали классные лавочки, поставили. Теперь там такого бурелома нет, и пьяных больше не валяется. Короче, теперь там классно, тебе понравилось. Возле твоего дома все по-старому. Та тетка с первого подъезда, со второго этажа, все так же и орет. У тебя во дворе ничего не поменялось. Даже лавочку не отремонтировали. Как она была разломанная, так и стоит. Такси подорожало. Продукты продорожали. Водка, представляешь, братан, 300 нынче стоит. Это вообще, ну куда нафиг? Эх.
Ой, братан, беда у нас. Наш любимый YouTube что-то, по-моему, ему все хотят прикрыть, короче. Говорят, это теперь не дружественная платформа, а вражеская. И поэтому его надо заблокировать. Так что, возможно, сказали в октябре месяце его вообще закроют. Сейчас он уже очень плохо работает, все пикселизуется. Как бы я не могу на телевизоре нормально его посмотреть, плююсь там по 100 раз, приходится все перематывать, мотать, что-то там, вообще ужас. Теперь мы, братан, представлены на Рутубе. Братан, а тут еще такая тема, тут нейросети мир захватывают. Вообще все, по музыке, по видео, по фото я уж вообще не говорю. Там такие вещи творятся, прям скачок прям какой-то произошел. Ну, как только нейросети стали разрабатывать. Сейчас без нейросетей никуда. Я вот думаю, жду, когда вот разовьются нейросети там до определенного момента. Сейчас уже там сердца какие-то вкручивают там кому-то, какие-то там, хрен пойми, людей оживляют. Я вот думаю, время придет, и я тебя оживлю. И мы еще с тобой, ух, как дадим джазу. Я уж прям представляю. Выходишь ты такой на улице, как всегда орешь. Здоров, Женек! Дай 10 рублей, пойду к Мишутке сгоняю. Аж прям улыбка у меня сразу появляется. Эх, время было. Так что жди, Виталий Николаевич. Оживлять тебя скоро будем. Да, кстати, ну, печальная для тебя новость, конечно, будет. Зомби-ферму твою прикрыли. Ты-то у нас там топовый был игрок. Все, не работает зомби-ферма. Вражеская игра теперь она. Нельзя зомби-ферму делать. Заблокировали. Да много чего позаблокировали. А, ты ж совсем не знаешь. У нас тут же борьба плотная ведется с ЛГБТ. Геев повсюду щемят и прочих козлов. Короче, радуга вне закона. Все, хана им всем. А еще, что хочу сказать. У нас тут какие-то эти появились квадроберы или квадроперы. Или квадрокоперы. Короче, дети на головы маски натягивают. Всяческих животных там, ослов, кошек. А тут еще и фильм-то вышел, «Бременские музыканты». Там Дюжев в маске осла скачет. Вот, короче, вот эти квадроперы бегают по улицам. Я не знаю, что это, наркотой какой-то, хрен его знает. А может, просто так сказали, надо всех их убрать. Убирать все надо. Вот так вот. Короче, с молодежью дела творятся ужасные. Некому их на путь истинный направить. Ну вот, братан, такие-то дела у нас в стране происходят. Думаю, тебя новости обрадовали. Ладно, пойду я, Виталий Николаевич, а то дождь заходит, как бы не попасть под дождь. Цепочку вешать не буду. Гуляй, в следующий раз с пацанами приедем. В общем, пацаны, Виталий Николаевич похоронен на кладбище Иоанна Богослова в Орловской области. И чтоб проще было его могилу найти, напротив его могилы стоит высоковольтная линия. Как-то так. Можете приехать всегда, помянуть его. Парни, сейчас YouTube очень плохо работает. И я как бы слежу за новостями и понимаю, что, по-моему, YouTube все. Он сейчас очень медленно работает. Ролики в высоком разрешении уже не грузятся толком. Постоянно какое-то зависание происходит. По-моему, YouTube вообще в скором времени закроет. В принципе, везде уже новость прошла, что где-то в октябре его конкретно заглушат. Как-то так. Они сейчас развивают платформу Rutube. И еще есть один сервис, платформа. Мы там тоже открыли каналы на всякий случай, дабы контент не пропал. Поэтому ссылки я оставлю под видео. Переходите, подписывайтесь. Все, всем пока. Обнял. Мир. Не забывайте своих близких.